Василий Лановой и Татьяна Самойлова считались одной из самых красивых и перспективных пар. Но их семейная жизнь оказалась короткой. Свадьба была символической, как у настоящих студентов. Молодые сходили в ЗАГС, а потом долго гуляли по московским улочкам. Первое время жили хорошо, не обращая внимания на житейские трудности. Оба были востребованными и успешными, а после стали знаменитыми. Но Лановой оказался более устойчивым и основательным. Трещина в отношениях появилась после аборта. Актер так мечтал о ребенке, а Татьяна даже не поставила его в известность. Они развелись, и Самойлова всю жизнь жалела о своем необдуманном поступке.